Друзья, всем привет! С вами Бумбастик и Зефирка. Сегодня у нас особенный день. Мы идем в администрацию города, в отдел опеки и попечительства. Значит, мой сосед Шубинин подал жалобы туда. Якобы я избиваю своего ребенка. Зефирка, я тебя избиваю тебя? Нет. Меня заставили это сказать. Сейчас пойдем в администрацию, значит, и там все будем досконально разбирать. Значит, 7 числа приходил участковый Бережной, 7 августа, по-моему, если я не ошибаюсь, или 8 или 7 августа приходил Бережной и пугал меня, что он что-то там приедет ко мне с опекой, с органами ПДН и всем прочим. А теперь Шубинин. Они сначала сфабриковали на меня дело, потом судья, значит, признал меня виновным, это все незаконно. И теперь вот в администрацию идем, в опеку, по поводу того, что я избиваю своего ребенка. Здравствуйте. Здрасте. Вы к нам. А, мы к вам? Да, вы с Настей? Да, я с Настей, вот Настя. Только снимайте, я вам ничего не разрешу, почему? Потому что это, извините, администрация. А я документы никакие не буду снимать. Вот и снимать не надо, мы с вами просто беседуем. Ну, разговор записывать. А, не разговор, чтобы его записывать. Вы знаете, что есть статья о том, что я должна вам как минимум дать согласие? Я сейчас вас пригласила чисто на беседу, не выяснять обстоятельства. Но вы же по заявлению соседа Шубинина, правильно? Я вам кого-то называла? Ну, я догадываюсь, кто. А я вообще не знаю. И всего лишь надо нам с вами побеседовать, потому что вы, в принципе, у нас есть в базе. Вы помните об этом? Я знаю. И всего лишь мы должны периодически проверять. Когда же, мы с вами разговариваем... Вы же сообщили, что поступил сигнал, что я избиваю ребенка, правильно? Я сказала, что когда поступает сигнал, я как минимум должна вас вызвать. И сейчас я вас вызываю, просто не предупредив, ни с какой службой к вам не приехать, правильно? А ксерокопию жалобы вы мне сделаете? По телефону, анонимно? Она что, анонимная по телефону? У вас принимают? Мы принимаем все по телефону. А если нам скажут, что вот там вот знают, что ребенок остался, вы думаете, мы не поедем? Ну, давайте будем беседовать.